Ребятушки, хай-хай! Это не Ивангай. Мы сегодня гуляем с моими девочками. Сегодня у нас дождь, погода ахтунг. Мы сегодня идем сейчас к фонтану, снимаем много тиктоков, потому что у нас сегодня этот в мыслях соединенных с космосом очень хороший расклад. Переходим дорожку. Матюшница на моменте, только нельзя материться. Не задавили. Все. Оставайтесь на связи, вы будете увидеть очень массу всего интересного. Да, у меня, кстати, блесточки. Я всегда с животными нахожу вообще. Да. Куда, блядь, поебала-то? Нахуй тебя. Я приехал на место аварию, потому что я корреспондент My Life is Daniel. И здесь мы можем заметить маргинальные выходки, потому что это расизм, потому что одна машина белая, другая черная. Это ужасно в связи с последними событиями в USA, когда просто прижимают черных к полу и выпытывают правду. Это маргинализм и инсинуация. Так что поэтому я против расизма, против маргинализма и против, как называется это, людей, которые осуждают геев. Всех нахуй, оставайтесь со мной на моем канале My Life is Daniel, и вас ждет масса всего интересного. Корреспондентка снова с вами. Сегодня, видимо, у меня очень хороший день, потому что еще одна авария, и уже это не... расистские выходки и маргинальные. Это уже просто авария. Тут молодой человек еще на меня смотрит, ну похуй. Здравствуйте. Я думаю, что это было сделано специально в честь поправок Конституции, чтобы люди голосовали против ЛГБТ. Но я за усыновление, поэтому не голосуем за поправки и фоткаем, потому что мы не голосуем. Всем спокойноки, дальше будет еще больше, потому что я звезда, я бренд. И оставайтесь с нами на моем YouTube-канале. Мы защитились от коронавируса. И, господи, мы купили уже попить. Я на диете, поэтому без сахара. Да, я как не знаю, блядь, какая это нахуй. Мне сейчас, мне кажется, будет расчлененка с таким моим лицом. Так, дистанция 1,5 метра. Раз. Обожаю этот стиль. Модель. Поза. Бэнг. Мне кажется, сейчас снимается шоу топ-модель по-русски. И я ее ведущий, My Life is Daniel. Там у нас модели пробуются. А я сижу тут пока водичку попиваю, потому что у меня отдых, пока там идут съемки. Вот. Ну что там? Там фотограф уже и в так, и стяг, блядь, и жопой, и раком. Мне кажется, у меня бы лучше вышло, потому что я модель истина. Я топ-модель по-русски. В 2016 году. И по сей день держу эту планку на своих хрупких, мужских, самых сексуальных плечах. Я уже тебя не понимал, ты проходила очень далеко. Я чувствую твой перегар. Походу тебе уже хорошо. Нажми на play. Я сохранил ту ночь, чтобы ты не забывала, какой день провела со мной. Ты хотел здесь оставить тебя один. Я думал о тебе. Мысли мои заставляют праздеть. Деньги в темноте. Все в моих руках. Ты играешь близко. И я попиваю без страха. Сияй, сияй, сияй. Я бэк гэрл полуникса. Она скрывает свое лицо. Я не пить, чем это твое. Твое. Я бэк гэрл полуникса. Она скрывает свое лицо. Я не пить, чем это твое. Твое. Ну что, мы продолжаем свой путь. Я сейчас Данил хочет ищу. Писать. Да, туалет мы ищем. Все вместе хотим писать как-то.
И мы подумали, что мы будем, как сказать, оплодотворять природу и постим на нее. Что? Мы пришли сейчас в лес, в тишину, чтобы нас отъебали, и никто не узнал об этом. Поэтому ждем. У моря погода, как говорится, у меня уже волосы просто по пизде пошли, потому что влажность, они завиваются с девочками. Я думаю, какую историю выложить в Инстаграм. Так что давайте потом вместе. Ребята, всем привет! Сегодня новый день. Я иду в Сбербанк позже все денежки, чтобы заказать кое-что на сайте. На одном. Никого нет, как хорошо. Пришел, все положу. Уже сбегал в магазин, купил то, что у меня чупа-чупсики. Сейчас еду к Лите в гости. Ну, вначале мы поеду к ней на пляж, а потом буду прям к бабушке помогать карте. Так что давайте я сейчас сбегал, положу денежки и вам дальше расскажу. Сейчас продолжаю идти к Ритуське, к своей и к бабушке на речку. Вчера просто пекло. Много, мне кажется, будет людей на пляже. Я сказала, она где-то там в траве, как, блядь, кузнечик приспандохалась. Потом будем ее искать. Бабушку заодно она сказала, что они там в раздельности лежат. Посрались, видимо. Будем сейчас тусить, тиктоки снимать. Я уже на пляжике. Будем искать мою Йетти. Где-нибудь найду, надеюсь. А пока пройдусь. Все, ребятки, я нашел своего Лохнесса. Она тут лежит, загорает. Он тут лежит, загорает, показывать не буду, потому что иначе мой YouTube-канал забанят от такой сексуальности. Ну что, просто эти дырки стояли, ты меня обознал, и слышишь, что еще? Потому что кончается на... Господи. Где? Вот моя тень-то, вы посмотрите, куда падает. Женщина. Жители моего YouTube канала, привет. Привет. Подняга. Лохнет. Ничего не это. Это второе стекло. Как у вас делишки? Дурочка вообще. Сейчас играть будем с бабушки. Есть. Ну, сейчас заебет меня, люди, помоги. Нет. Она сегодня продует, потому что, ну, победитель по жизни я. Пиво! Чего? Чего ты сказал? Пиво идем пить? Да. Ну, короче, я сейчас сегодня опять всех обставлю, потому что я победитель по жизни. А Рита будет выделывать из-за того, что она проиграет, как всегда. Простите, да. Потому что она постоянно проигрывает, да, она в проигрыш. Приемок с Ритой к бабушке кушает, она уже весь стол смела в себе в рот. Я, как обычно, крошечкой только поел, поплевал. А Рита, ты все сожрала. Конечно. Мне на день оставила. Ребята, представляете, кто сегодня выиграл две победы? Это я, победа, и Рита тут одну никчемную победу выиграла. Это все я выиграл, бабушка ни разу, я умница. И сегодня победителем этого вечера ухожу я, как всегда. Рита, ваш комментарий. Да иди ты в баню, нахуй, со своими комментариями. Вот это комментарий проигравший. Я не в духе, давай пошли домой. Всем приветики, наступает новый день влога. Опять эти трансвеститки. Ну, мы гуляем, короче. Ждем еще одну и будем разъебывать череповец. Так, ну все, мы забрали еще одну проститутку. Трансвеститку мы сначала сказали. Ну, трансвестит, проститутка, они все в одном русле. И дальше гуляем, девочки, мальчики. Потому что сегодня будет хороший день. А вон она, работница Магнуса. Купила себе iPhone, прикиньте? Ну, я думаю, не купила. Мы все прекрасно знаем, как я заработал на этот айфон. Ребятушки, всем привет! Сказать, что этот замечательный мост открыт в мою честь. И, к сожалению, при ленточке обрезания я не присутствовал. Потому что я обрезал мальчика. Поэтому я распишусь на этом мосту. Собачка.
my life as Daniel. Подписывайтесь! А кто не подписан, тот лох! Так, все, мы уже пришли. Тут по себе беди, лодочка. Сейчас будем записывать тиктоки, вон там девочки. Погода прекрасная. Все, поехали. Мы пришли уже в KFC. Вот Настя, там девочка в улице. И вы... Ой, господи. Будем записывать, будем заказывать еду и кушать, потому что мы депутаты, мы госдумщицы, нам все бесплатно. А я энергетик. Да, она уже это, сейчас, блядь, будет без ушей. Все, заказываем, мне безумно жарко, все хорошо на улице, улет. Мы тусуемся, слушайте музыку, я организовал тусовочку, поэтому все будет ништяк. А еще к фонтанчику побежим и обмочимся. Все, мы уже все купили. Так, сейчас там эти пиздечки пару. А Данил сигареты. Вранье, она опять тут пиздит. Короче, о, бля, чуть был, блин, нахуй не задавил. Вот, мы все заказали сиськи, идем в этот парк есть и отдыхать, культурно сидеть. Но культурно в нашем стиле это ебаться в кустах. Все, спасибо. Корреспондент Данил, надеюсь, скоро вернется. Аварию, пожалуйста. Все, мы уже пришли. Мои блесточки. Будем кушать. Девочки, одним пить, да. А вам тоже. Так, ребятки, мы уже пришли сюда посидеть. Около фонтанчика там все. Там еще свадьба идет. Мы уже одних девчонок проводили, уже, блядь, растопанные из ветра. Растопанные из ветра. И вот сейчас Настя тоже пойдет к себе на остановочку. А я к себе и дам по домам. Погуляли хорошо, мне понравилось. И ждем следующего раза. Ну все, ребятки, вот такой свой влог. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте этому видео лайк, подпишитесь на канал. И идите с вами, с вами скоро новое.